Если бы вы знали, как давно я мечтала о стильном нарядном платье, в котором можно пойти на работу, после работы можно пойти в театр, и даже после театра можно пойти с друзьями на праздничный ужин. Я думала, если такой наряд, но и самое главное, чтобы в этом наряде мне было комфортно, и моя фигура с моими недостатками смотрела здесь более изящной. Я нашла такой наряд сегодня в платье Милдред. Да, минутка зависти. Бренд Благов действительно украшает женщину. Платье Милдред смотрится изумительно. И неважно, какой у вас статус, каждая женщина хочет быть романтичной, летящей. За такой женщиной хочется ухаживать, дарить цветы, делать комплименты. Спасибо, и мужчины, Надюша, всячески, да, обращают внимание. Знаете, чего я боялась? У меня не такие идеальные пропорции в зоне талии. Я боялась, что приталенный силуэт платья не будет сходиться на моей фигуре. Друзья мои, 52-й размер. У меня ощущение, огромное спасибо конструкторам Благов, как будто вы приехали ко мне и сняли мои замеры. У меня даже остается свобода. Какую расцветку выбрать? Какую расцветку? Я выбрала лично светлый цвет. Очень красиво, Надюша. Да, спасибо. Светлана выбирает яркий синий. У нас также есть эффектный зеленый. Он очень красивый, мы смотрели на девочках. И есть эффектный бежевый, такой молочно-бежевый. Это мой выбор. Платье летящее и романтичное. Хотите больше комплиментов, хотите больше внимания, заказывайте платье. Невероятная красота. Давайте посмотрим сейчас, если наша блондинка Надежда Исаакина выбирает для себя белоснежный сливочный цвет, украшенный брызгами позитива, желтая, яркая, оранжевая палитра, то наша брюнетка Танюша тоже не отказалась примерить светлый наряд. Как мне нравится, как оттеняет ваше лицо. Между прочим, персиковые моменты, цветы, которые находятся у лица, делают ваш румянец необыкновенно красивым. Света, я, кажется, нашла секрет твоей талии. Да, секрет сейчас... твоей стройности. Да, смотрите, мы сейчас посмотрим. Посмотрите, какой пояс. Я хочу, чтобы вы уделили внимание особенно. Это не просто пояс, который мы скроили по прямой. Смотрите, у него есть форма. На самом деле, на зоне животика здесь идет более широкая полоса. Вы видите? Вот она. Да, она подтягивает. А дальше уже идет более маленькие размеры. И что мне еще нравится? Этот пояс плотный. Внутри флизелиновая ткань, он как накрахмален, и за счет этого, посмотрите, у него имеется форма, вы можете откорректировать свою фигуру прямо сейчас. Сделайте это, дозвонитесь нам, вот и зеленый вариант платья на Анастасии, появляется на подиуме, мы просто говорим «ах», и хочется добавить синих красок, давай, Света, мы посмотрим на разные фигуры и на разную посадку, а ты прокомментируешь. Да, с удовольствием. Во-первых, я могу сказать, что в этом наряде мы чувствуем себя очень комфортно. Мне нравится, что мы можем носить его как с яркими туфлями, так и с босоножками. Обратите внимание, какая здесь длина. Конечно же, за счет легкой ткани оно драпируется красиво. Если у вас прекрасные формы, за счет летящей, струящейся шифоновой ткани, мы можем все очень красиво задрапировать. Посмотрите, здесь даже нет намека на мой животик. Посмотрите, насколько легко платье сидит, а эти нежные складки. Женщины, у кого широкие бедра, могут скрыть все внутри. Мне нравится длина, она достойная, закрывает чуть-чуть колено. И мне нравится, что в этом платье мы можем ходить на работу, мы можем ходить и на праздничные мероприятия. Одним словом, выбирайте размер в размер. Вот, я только хотела спросить, все-таки ткань не тянется, да? А, так, или тянется? Ну, не сильно тянется, мы выбираем размер в размер. Да, очень хорошо, Надюшенька. Кстати, про пройму. Давайте посмотрим сейчас на зону проймы. Несмотря на то, что шифоновое полотно у нас с вами не эластично, посмотрите, зона проймы идет по области бюста. А это значит, именно здесь у нас ничего передавливать не будет. У меня остается очень много пространства, и мне очень свободно и легко двигать руками. При этом я могу сказать, что длина рукава золотая середина для лета. Ручки прикрыты, не все готовы их открывать. Но и то, что здесь еще подкладочные материалы, говорит о том, что шифон, благодаря летящей ткани, все-таки подкладочный материал закрывает. Ну что можно добавить к этому? Успейте, просто успейте дозвониться. Это сделать легко. Звонок у нас бесплатный, поэтому вы можете дозвониться по номеру, который видите на экране, и задать все вопросы нашим операторам. Наши операторы – профессионалы. Они ответят на каждый ваш вопрос и помогут оформить заказ. Поэтому смело дозванивайтесь, поскольку вы ничем не рискуете и платите только потом. У вас есть реальная возможность отложить
носить это платье, пока оно есть в наличии. Итак, зеленый, бежевый и синий цвета. Выбирайте свой. Ну, а я хочу еще продолжить наш рассказ. Мне очень нравится зона воротника. Вот, знаете, с какой любовью все-таки делаются и отшиваются эти коллекции? Казалось бы, если бы у нас был с вами просто круглый воротничок, и тогда было платье бы безупречно красиво, но эти рюши, они сводят с ума всех женщин, кто любит романтичность. Необычайно красивая зона воротника, летящие рукава. Сегодня многие дизайнеры делают ставки на романтичность. Возвращается в моду женственность, нежность и элегантность. Женственность, романтичный стиль, все это тот гардероб, который делает женщину желанной, красивой. Хочется дарить комплименты, дарить цветы, хочется такую женщину оберегать, хочется заботиться о ней. В общем, хотите разбудить себе женщину, заказывайте платье Милдред, и вы удивитесь тому, как отреагирует окружение. Надя, я бы сказала, хотите разбудить своего мужчину после зимней спячки? Конечно, хотите! Надевайте платье Милдред. Я вообще всегда удивляюсь мужчинам. Почему, как только наступает зима, вы как-то успокаиваетесь? Стоит нам только надеть красивое платье, и все. Мужчины активировались. Надь, я еще тут нашла один секрет. Смотрите. Во-первых, платье очень легко надевать. Здесь, внутри, к боковому шву, мы видим присоединена молния. Как удобно нам будет с вами, красавицы, с пышногрудыми формами. Как все качественно пришито. Смотрите, вот он наш концевик. Мы с вами видим тонкую ювелирную работу бренда Благов. Да, эффектно, все подобрано вообще под цвет, да, и нитки, и бегунок, и все идеально завершено абсолютно в едином стиле. И при этом наше платье, Света, оно как картина, расписное, ну, даже, может быть, это фотокартина, потому что настолько цветы реальные, что едва ли можно их отличить от живых. А я хочу, чтобы вы сейчас увидели качество шифона, как проверить, насколько качественно выглядит декоративный шифон. Нам достаточно просто заглянуть внутрь. И мы видим с вами, что внутренняя изнаночная сторона не отличается от лицевой по густоте окрашивания. Это еще раз подтверждает тот факт, что бренд Благов для своей коллекции отбирает все самое лучшее. Ну и, конечно же, ювелирная окантовка, рюши, воротник. Мы видим с вами рукава. Это закрутка. Очень сложная работа для обработки шифоновых материалов. Но зато какое качество! Ну и хочется в заключение этой презентации опять же сделать акцент на цене. Эксклюзивная цена меньше 3000 рублей. Размеры есть до 58-го. Красавицы наши с пышными, богатыми формами. Не сидите в стороне, дозванивайтесь. Это презентация бренда Благов для вас.